Рыцари-то перевелись уже давно, господи. Ну это вам так кажется. Это неправда. Это неправда. Это неправда? Конечно. Рыцари не те, которые с железом ходят, а те, которые думают не так, как все. Это правда. Обязательно же махать железом и быть рыцарем. Можно. Как сказать? Готов? Понимаешь? Делаем. Готов? Хорошо. Так. Андрюша ножи принес? А? Ножи принес? У Юры. Хорошо. Самое главное, чтобы были толстые. Самый легко одетый у нас человек это носит на себе 30 килограмм. Максимально одет человек 50 килограмм. Ну вот вы имеете, в принципе, почти. Почти готового, почти да? Почти готовый имеет. Еще осталось вот эти вот легенькие перчаточки, скромненькие, которые весят всего 1-1,5 килограмма. Скромненькая такая. А как и дамы все. Сердце ваше к этому всему относится? Привыкли. Привыкли? Как мы говорим, а куда им деваться-то? Вот этот скромный меч весит 3,5 килограмма. А сейчас будет действительно очень опасный номер. Тяжело быть рыцарем, Юр. Неблагодарно. Или плевать на них, на всех? Нам на них нет, а им на нас да.